Приоритетный федеральный проект формирования комфортной городской среды продолжает успешно функционировать. Как известно, в этом году поучаствовать в благоустройстве выпала возможность каждому жителю области, причем как взрослым, так и детям. Только в отличие от взрослых, которые голосовали за выбранную территорию, дети ее рисовали. Воспитанники школы искусств получили задание через рисунок поделиться своими мечтами об идеальном и комфортном Ульяновске. С 1 февраля начался конкурс детского рисунка. Дети в школах рисуют, как они видят наш город, как они видят те общественные пространства, которые им интересны. В школе искусств номер 10 к заданию подошли со всей ответственностью и за пару дней организовали импровизированную выставку. Ребята еще не владеют, особенно младшие ребята, которые взялись за эту же тему, не владеют еще в такой степени техникой изобразительного искусства. Но, тем не менее, вот все с большим желанием откликнулись на это. Комфортный город у каждого оказался своим. Кто-то представил, что это горки, тенистые аллеи и парки. А ученики постарше изобразили современные дома с интересной архитектурой. В этой выставке мы хотели показать, каким мы хотим видеть наш город, наши улицы. Потому что мы не хотим, чтобы наш город, Ульяновск, был серым. Мы хотим, чтобы он был красочным, веселым. Наиболее интересные варианты будут учтены в итоговых проектах по благоустройству. С 15 февраля начинается процесс общественных обсуждений дизайн-проектов. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».